14 червня ва ўсім свете означают День донора. Мероприемства, перемеркованные гэтай дате, проходят амаль у 200 краин свету. У тым ліку у Беларуси, например, только у Могилеве подчас акции по безвыплатной сдаче крови донорами стали больше за 200 человек. Гэта десятки выратованных жыццяў. У сусветный День донора на Могилевской станции переливания крови побывали и наши корреспонденты. Могилевская областная станция переливания крови. Зранку каля регистратуры звычайно збирается черга с тех, кто хочет стать донором крови. И, как правило, 10-15% от усіх доноров ахвяруют кров безвыплатно. А вось у дни акции эта лишба склала 100%. Люди приходят давать кровь для того, чтобы спасать жизни другим, потому что в настоящее время не существует аналогов лекарственных средств, которые смогли бы заменить кровь донора. В прошлом году у нас проводились акции в течение года, сдало кровь 3723 человека. В этом году в течение 4 месяцев сдало около 1500 человек. Люди активно включаются, сотрудничают с нами. У сярэднім у день на станцию переливания крови приходит каля 35 доноров. Сегодня гэтая лічба павялічылася. Больше за 50 доноров сдали кров безвыплатно. До акции долучались целыми коллективами. Мы действительно часто видим, когда наши люди становятся объектами либо преступления, либо дорожно-транспортного происшествия, ну и иных случаях. Поэтому кровь, понятно, что для всех нужна. Чья-то жизнь будет спасена, и если человек будет уверен, что он помог кому-то, наверное, это очень хорошо. Я являюсь практикующим врачом, травматологом, часто оказываю экстренную травматологическую, в том числе и хирургическую помощь, поэтому кровь, конечно, незаменима в оказании данной помощи. Мы сделаем доброе дело, все, и загорелись глаза, и мы сразу записались, и как бы вот. Просто, чтобы сделать доброе дело и подарить кому-то еще один шанс. Усяго за час акции по безвыплатной сдаче крови донорами стали больше за 200 могилевчан. До акции долучилась и наша здымочная группа. Да помочь тем, кому это необходимо, можете и вы. Сегодня сдать кровь безвыплатно можно каждый працовный день. Катерина Балукова, Виталь Вовсю, Новина Регион.